О-о-о, тихо-тихо-тихо. Взлетай давай. Друзья, привет. Выехал немножко покормить комаров. Ну, мы с Димоном были недельку назад примерно. На кружки ставили. Вот такую щучку одну вытащили более-менее на полторашку. Пока непонятно. Сидит. Да, нормально. Вот сейчас бы твой подсак не повредил. Ну, полторашка где-то. Смотри, за самый краешек. Цепляю на живца. За самый краешек, но нормально так засело в этот краешек. Да, плотненько. Сегодня я расставлю кружки, покидаю спиннинг, может, на удочку немножко половлю, ну, недолго, пару часиков, пока утро. Ну, посмотрим, как оно будет. Там лебеди плавают, там красиво, мелочь гуляет, но щука не видно, чтобы пока била. Ну, сейчас расставим кружки, будет видно. Круги расставил, покидаю пока спиннинг. Была атака щуки, но мимо. Опа. Опа. Опа, опа, опа. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Под самой лодкой поклевка. Тихо, 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 тихо. Все, хватит, хватит уже. Хорош.
Так. Я как всегда без подсака, подсак лежит в машине. О, и отцепилась. Не, ну хорошая щука. Кило 300 может. Ну за килушку точно. Взяла на что? У меня тиога стоит. Огромная. 6-граммовая головка. Ну, уже, в принципе, можно тут даже без головки ловить. Но с головкой оно как быстрее облавливаешь, получается. Можно было бы и четверочку поставить, но у меня четверочки нету. Покидаю, уже три поклевки было, буквально несколько забросов, три поклевки. Круги молчат. Вот она, рыба вся там, на мелководье. О, еще одна поклевка. Опа. О, еще одна поклевка. Опа. И доловилась. Сразу ударила, а потом доловилась. Ну, это щуренок. Это щуреночек. Пустим его. Пускай растет. Ах, сошла щучка. Была поклевка на поппер. Ну, небольшая. Небольшая. Что-то плохо засеклась. О-хо-хо. Промазала. Промазала. Но конкретно так дала. Конкретно. Лодка спускает у меня, и я могу пойти ко дну, но неохота как-то мне тонуть. Я еще хочу порыбачить чуть-чуть. Ого, сколько селезней! Раз, два, три, четыре, шесть штук. Где ж вы были, когда я с подсадной сидел? Промазала. Даже не промазала, а недолет у нее такой был конкретный. Но отреагировала на поппер. Не знаю, что с этим поппером делать, эти маленькие щуки.
Так, ну что, я по-быстрому собрал кружки, потому что вот у меня пробоина, точнее латка начала свистеть. И я уже тут, чтобы не пойти ко дну, по-быстренькому собрался. Ну, такая вот рыбалка. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.